все видели? Так. Куда я залез? Так. Я ее еще не проверял. Так. Ну что тут добавили, что-то сделали? Давайте проверим. Какая дверь есть? Закрытая. Блин! Там была дверь закрыта, блин. Я со своей инстанции. Все в игру добавить, я не знаю. Видимо, никак. Я не знаю. Так, ладно.
Так, это мы разобрались. Блин, опять я сюда попал. Давайте еще раз проверим. Это все не так. Блин! Как я вниз попал? Каким образом? Ну, ёб твою мать, тут еще камера. Блин. А как я сделаю это, блин, камер? Этой херни-то нету. Смысл? Бля. Давай, 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 давай. Да. Один. Два. Есть. Я наконец-то сюда попал. Так. Погнали сюда. Вот так вот. Тут раньше вообще не мог я ничего не сделать. Давайте. Больше воли не пригодится. Вроде как. Нет, нет, нет. Посмотрим, что там осталось с этими штуками. Так. Так. Еще не открывается. Так, она вообще... Можно в нее посмотреть? Или нельзя? Это вот штука. Вот еще коробка. Там мы как-то закрывали путь. Раньше. Еще вроде... Во! Фонарик нам дропнулся. Коробочка. Но мы еще не можем открыть дверь. Почему? Что такое? Что такое? Почему? Так. Что же здесь делать? Что же? Как? А, тут еще главная коробка стоит. Точно. Давай тогда ее попробуем. Вот, то есть стоят три коробки где-то. И они нас никак не пускают, да. А их мы не можем никак сделать, да? Так. Даже если мы ее там прокинем как-нибудь, не знаю. Так. А, мы можем еще вот эту штуку взять, точно. Во. Блин! Нет! Мой единственный шанс на спасение. Так. Уже стало лучше открываться двери. Мы уже почти вошли туда. Так, нам осталось только что сделать. Блин. Так. Давай же, давай же, давай же. Давай, 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 давай. Во! Мы прошли. Наконец-то. Эти коробки, наверное, нам уже не нужны. И не будут нужны. Нет, 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 нет. Где он? Случайно чуть не выкинул. Так мы открыли эту дверь. Довольно это так было... Довольно-таки просто, на самом деле. Ну все, ладно, пофиг. Так. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас какая-то непонятная штука, которую мы открыть не можем. Я не знаю почему. Так, у нас есть комната. Значит. Так, здесь диванчик у нас есть. Скейт. Это и есть наша комната, которую мы искали. На фотографии, помните? Когда мы рассматривали там фотографии. Это было что-то похожее на нашу комнату. А помните, мы здесь искали кого-то, какого-то этого? Вот именно тут. Вот. И мы видим кого-то здесь такого. Видите? Светится что-то. Кто-то моргает еще. Я пока что не разберусь, что это и кто это. Берем подушку. Может, тяжелее, чем какие-нибудь. Помните, он еще вылетал у нас. О.
было задебить. Потому что это выглядело. Ну как я теперь это достану? Как тебе достать-то? Что тебе дать? Мячик? Или не знаю что. Мячик нужен? Или как ты? Смотрите, он спрятался или от соседа, или хрен знает от кого. Но он пипец как спрятался. Так, здесь карта какая-то. Непонятно какая это карта, наверное, мира все-таки. Так. Стол. О, шапочка. Эта шапочка подходит, честно. Интересно, мы сюда... А, да, точно. Мы можем сюда попасть. Так. То есть мы даже сюда можем встать, да? Прикольно, чё. Чё, там уже никого нету? Как же так? Как же так? Кто там был-то? Это видели тоже. И я это видел. Вот какой-то, я не знаю, какой-то типа как человек или не человек, хрен его знает. Я не знаю. Но теперь там никого нет. Почему-то. Вдруг. Мячик. Так, ладно. Так, ладно. Поехали дальше. Погнали. Так. Так, у нас есть диван. Тут еще он что-то, наверное, делает. Так, давайте осмотрим, что у нас тут осталось. Тоже я не могу никак. Нет, не могу. Хотя нет, могу. Где у меня тут был диван? О, точно. Чашечку. То есть тут какой-то, блин, живет какой-то, я не знаю, или человек, или не человек, но тут были сосед. Где? Так. А если этот дебил сюда залезет, то что? Ай, не шуми, не шуми, не шуми. Он сюда, правда, залезет. Уж я хз. Есть какая-то дверь. Есть еще какая-то такая дверь закрытая. Я не знаю, как туда залезть. Так. Давайте попробуем нашим способом. Возьмем это. Лезем дальше. Сюда. Помните, мы в баге даже забаговались как-то. Ничего не можно взять даже. Ну туда я не попаду никак. Вот самый такой прикол. То, что я туда никак не попаду. Сколько бы я ни думал, сколько бы я что ни делал, все равно я туда не попаду. Невозможно это, ребят, честно. Ладно, дальше давайте. Так. Доски. Что у нас туда осталось? Так, у нас есть какой-то закрытый этаж еще. Но я не знаю, как туда попасть вообще, по идее. Кепка. Кепка, это прикольно. Так. Вроде здесь нам больше ничего не надо. В этой комнате. Нам и не нужно было здесь ничего, по идее. Я просто ее открывал, потому что мне делать было нечего. Так. Наша главная цель — это наш... Там есть коробки? Так, три коробки есть, нормально. Так. Паровозик все-таки есть. Он существует. Ну, как нам его открыть? Самый главный вопрос. Не, ну хотя я знаю, как его открыть. Это надо переться туда опять. И это очень
проблемно, конечно. Если туда переться. Если вы не знаете, куда переться, то это туда. Ай-яй. Ну ладно. Ладно, это не все равно ли. Значит, смотрите, идем сюда. Камера работает. Записала меня камера уже. Только что. Так. Нам надо как-то попасть в дом. Тоже камера, что ли? Как ее отключить? Где он там ходит-то? Камера включил. Так. Давайте думать тогда. Вообще логически и нелогически. Главное думать. Мы камеру отключили. Теперь нам надо попасть в ту комнату. Там, где мы сейчас все это делали. Или мы здесь это делали? Нет. Мы не здесь вроде. Это был там. Ни хрена не видно. Бля. Ебать. Там. Я просто шкафчик был, бля. Во. Так. Сидим, значит, и ждем. Когда нас соседушка решит все-таки уйти. Решит, наверное, я не знаю, куда. Но, наверное, все-таки решит уйти. И мы в этот момент убежим. Здесь он оттуда ушел. Так, он именно вот эту вот дверь. Я даже от него спрыгнуть не успею. Если он сюда сейчас забежит. Вообще не одна. А, не, есть путь. Но вряд ли я туда успею его забежать. Так, давайте думать. Как сюда можно попасть? На Ленинцу. Нам нужна дверь, в которой мы. Там, где Happy Birthday написано. Так, это я не помню. А, да, точно, это там. Это там. Так, вот эта дверь, которую мы будем строить наше. Нашу хрень. Надеюсь, у меня все получится. И башни из стулов у нас получится. Нет, нужно строить из коробок. Чисто из коробок. Надо специально сюда завозить коробки. Это то, что мне не нравится никогда. Чёрта. Потому что, ну не допрыгну я сюда. Но это единственный способ. Бля. Сюда бы коробочку одну. Тут есть как раз три. Так.
могу я туда запрыгнуть, твою мать. Так, все. Тихо, тихо, открывайся, открывайся. Я запрыгиваю. Ну! Ну давай, давай! Может, я как-то неправильно запрыгиваю? У меня не получается. Нужно еще что-то. Вот ты затрахал меня, сука. Я от него даже убежать не смогу, он быстрее меня бегает. Сволочь. Так, ладно. Он, надеюсь, камеру не включил еще. Так, нам нужна одна коробка. Блин, нахера я туда подперся? Мне же там ничего не надо. Нам нужна одна коробка. Вроде сейчас. Сука, бля! Выпрыгнул. Так. Что он там делает-то, я не понимаю. Так, камера у него вроде не включила. И он заспавнил. Твою мать, он заспавнился здесь. Надеюсь, пока мы будем здесь. У нас. Как он пройдет-то? А, он прошел чисто вообще. Тихо, 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 тихо. Нам надо в Happy Birthday комнату. Как нам в нее попасть? Нам в нее попасть только так. Так, тихо, тихо. Надеюсь, у меня все получится. Так, тихо. Может, туда поперся, да? Может, там были только что? Так, он выпрыгнул из окна вроде какого-то. Нет. Так, вот здесь он выпрыгнул. Теперь спокойно можно будет открывать эту дверь. Нет, спокойно. А, вот, спокойно. Все. Вот. Вот нам и ленница наша. Все. Открыли мы дверь. Бегаем сюда. Здесь у нас все запихано все, блин. Обидно. Конечно. Ну ладно. Здесь у нас все получится. Так. Он работает вообще? Рабочий? Нет. А почему не рабочий? Так. Значит, что здесь делаем? Так, значит, что у нас тут осталось? Как, эту дверь-то мы открыли. Дело в том, что. Так. Здесь педа, блин. Вот я не помню, это было, нет, но. Нет, это точно было. Термолетипен сопнодзание, блин, вообще. Что? И главное, ты как сосед. Твою мать, блин. Вообще. Что? Я не понимаю. Педа, блин. Не депо, а педа. Так. Холпая маклапица. А, не. Холпая мукнапи. Макнапи, блин. Что? Что это значит, ребят? Вообще, это новое название. Леньмица. Охренеть. Что это? Что это такое? Я не понимаю. Там было город называется. Добро. Как-то такое. Добро какое-то это. Или бодро. Я не помню это. Вообще, на самом деле, это вообще как-то. Что-то такое, что-то такое. Нихуя. Так. Ладно. Что мы ищем? Что мы ищем? Так, туда мы попасть не можем. Тут у нас все закрыто. Нам тут огненно все закрыли. Так, здесь тоже закрыто, видать. Да, здесь все закрыто. Так, ну что ж. Вроде все. Вроде это все. Я не знаю. Как здесь что дальше делать? Дверь мы открыли, а смысл? Тоже ничего не у нас нет. Кнопки работают, да?
А, во! Мы что-то включили, нет? Рычаг какой-то. Рычаг какой-то включили, а смысл? Так, все было. Так. Ничего вроде не имеется. Не знаю, хрен его знает, короче. Я в этом не разбираюсь, ребят. Так. Ладно. Может, здесь что-то еще есть? То, чего я не понимаю. Поехал? В смысле? Охренеть, он поехал. Так, а сюда-то можно запрыгнуть? Короба есть какая-нибудь? Короба. Или стул. Все, он остановился там. Так, главное, чтобы это не вылетело ничего. Так. Так, он главное выехал. Теперь у нас есть доступ к этой хрени. То есть он разблокировал. Дальше он едет. Экспериментируем дальше. Значит. Отжимаем. И он у нас ушел. Охереть. Пипец. Вообще, короче. Так, ну ладно, за 5 минут, надеюсь, мы пройдем еще. Так, нам нужно куда? Все, нам спокойно можно ходить теперь. По рельсам мы их разблокировали. Давайте еще раз. Просто понажимаем кнопки, может, у нас что-то подключится, может. Я хз. Но главное, у нас эта штука поехала. И далеко поехала, на самом деле. Ну? Все? Или, может, и энергии не хватает, я не знаю. Сейчас проверим. Еще дальше уехал, походу. Так и есть. В общем, я не знаю, это что-то забагованное такое, ребят. Тут вроде что-то не проделали у нас разрабы. Какой-то момент. Не проделали. Да, вроде еще дальше стало. С каким-то образом мы можем... А интересно, что будет? Он нас пробьет доски или нет? Мне интересно просто узнать. Пробьет ли доски нас наш вагончик? Давайте продолжим наш веселый эксперимент. Так. Все. У нас уже не нажимается. Не знаю почему. Сейчас проверим. Потому что у нас охереть, как далеко уехал уже эта штука. На самом деле, да. И все, остановился здесь. Почему? Так, у нас есть какой-то этаж еще. С водой. Вот почему-то мне подсказывает что-то, что здесь будет акула. Я хз, что там. Нет, что-то мне сыкает на туда, перец. Не, это просто вода. А как обратно? Что-то там не проработано, ну ладно, вода. Наверное, все-таки надо как-нибудь... Не знаю. Работает ли это или нет? Ну, карта есть, так. Значит, и что у нас? Почему-то в воде я ничего не могу делать. Думаю, это разрабы потом починят. Ничего здесь нет. Я не знаю, что здесь делать. У нас что-то вроде там есть, такое мигающее. Но я не знаю, как туда долезть. В чем причина. Но зато мы расфигачили эту штуку. Тихо, 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 тихо. Есть. Туда бы еще коробку. Было бы вообще шикарно. Еще раз.
Тихо. Опа! Давай. Так, стоп. Я же здесь уже. Так. Я не знаю, ребят. Я не знаю. Я здесь не буду лазить. Потому что у нас вроде там что-то есть. Хлеб и какая-то штука. Но она мне пока что не нужна, видать. Видимо, и в игре она не нужна. Так. Доехала, короче, наша эта штука до нашей станции. Дальше она ехать не хочет. Ну ладно. Поехали вниз. Я же могу вниз ехать, да? Блин. Чуть не залагал. Так, поехали. Тут не проработаны лестницы. Тут никто даже не предполагал то, что я сюда залезу. Ну, конечно, это было уже в какой-то альфе. Так. Как у нас открывается-то, я забыл. Аварийное от выркания редвей. Дверей даже не могу написать слово. Ну, что-то похожее на русский, но не русский точно. Так. Теперь у нас есть вход в наш этот, как его? Звать-то этот. Лифт. Здесь лифт. Аварийные закрытые двери. То есть не могу закрыть двери. Зачем это нужно, я не знаю. Может, это как-то работает, но не у меня. Так, здесь какой-то еще есть. Не знаю, как назвать. Проверим. Опа-да. Я не знаю, что это будет. Что это такое? Я же не знаю. Как я буду делать то, чего я не знаю. Что там такое? Я только сейчас заметил. И почему-то мне кажется. Почему-то мне очень кажется. То, что там что-то такое интересное есть. Ну, впрочем, как и с бассейном. Который добавили разрабы. Ладно. Тихо, блин! Тут еще спрямой. Как-то. Так, тихо, блин! Ну, все развалилось. Стоп! Во-первых, как я сюда попал? И вообще, где я нахожусь? А, ну да. Так. Здесь сразу уже можно перепрыгнуть. Так, здесь что? Здесь у нас крыша и что? Что за крыша? Что здесь делать? Вы расскажите мне сначала, что здесь делать. Ну, я буду прыгать. Труба что ли какая-то есть? Я хз. Так, дверь. Я тоже здесь хз. Это все закрыто вроде. Так, давайте дальше. Экспериментировать с нашей. Это или надо как-то перекрывать все это дело, или не знаю. Все, это просто сейчас. Пойдет. Так, давайте тогда построим из этого. Что-то там такое находится, то, чего я не понимаю. Так, ровно, так, ровно. Так, давайте попробуем запрыгнуть. Нет, не получается. Нет, стоп, я же могу отсюда запрыгнуть. В смысле? Нет, не могу. Давайте тогда отсюда попробуем еще раз. Нет, я почему-то не могу. Так, давайте тогда дальше строить нашу лестницу. Нет, не падай. Падай. Так. Так. Сюда. Сам прикол то, что там ничего не будет. Вот я почему-то так уверен. Ну или будет какая-то дверь. Возможно, что-то будет интереснее. Мы уже узнаем потом. Во! Попали сюда. Все, надеюсь, больше не нужно будет. Эти штуки. Нет, нужно. Не, мы
спокойно, блин, уже. Запрыгнул. Просто какое-то управление, правильно? Так, что надо. Так, стоп. Стоп. Во! Так, скидываем. Там какая дверь. Расчищаем проход. Вот что надо сделать. Вот какая здесь хорошая работа, смотрите. Только тут какая-то невидимая стена. Она меня не радует вообще. Чем-то она меня не радует. Видите? Невидимая стена. О! Я запрыгнул. Стоп, о, какая херня работает, смотрите. Если она меня не прижмет. Ну, смотрите, все предметы к ней тянутся. Разрабы, вы что? Что вы сделали? Что вы создали? Это, походу, эта штука работает с мельницей. И так, ладно. Так, окей, окей. Так. Окей, ладно. Что у нас тут? Ключ зеленый. Зеленый ключ. И взять я его не могу. Потому что надо каким-то образом. Так, а интересно, если туда закинуть коробку? Она отлетела. Так, мусорный бак я вообще могу взять. Там точнее какой-то ключ есть. Я уверен, если я отключу это, ну я имею в виду, то будет что-то интересное. Так, давайте возьмем коробку. Нет, 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 стоп, 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 нет, нет, блин, так, ладно, бежим опять, у нас ни хера теперь опять нету, мы просрали наш магнит. О, он пошел туда, серьезно, серьезно, ну я тебя там и закрою. Как он долго лезет, пипец. Вот анимация у него, правда, не проделана какая-то. Так, смотрите. Давайте подальше от него идти, потому что он, возможно, опять будет слазить это, оттуда. Так, ладно. Он за нами побежал? Как так? Ёпта! Ого! Как так? Как так-то? Ого! Так, здесь он уже... Твою мать, он за нами побежал. Надо было отключить. Плохо. Это мне не нужно пока что. Так. Где мы были только что? Так. Охрененный дом у соседа, я бы хотел такой же. Потому что он у него пипец какой прикольный. Сколько у него разных этих. Игра на самом деле должна быть детская. Ну, максимум, я не знаю, плюс 12. Потому что это игра именно на логику. И вряд ли здесь что-то такое страшное, хоррорное должно быть. Ведь это как бы, по идее, это не хоррор. Это просто разгадка загадок. Ну давай же, запрыгни туда. Почему я туда запрыгнул? И это именно в какой-то день. Может быть. Днем или ночью? Нет. Почему у меня не получается-то? Ну давай. Ну смысл, ладно. Там моя штука стоит. Так. Давайте здесь ее смотрим. Закрылась? Как так? А, нет, она и была закрыта. Так, понятно. Окей, ладно. Пошли сюда. Здесь у нас крыша. Интересно,
Надеюсь, я не промахнусь. Почему я такой, ну, кривой? Ребят, правда. Вот эту комнату мы ее видели. Это реально как-то странно. Сразу бежим, забегаем. Он поперся на лестницу. Надеюсь, он нас не запалит. Хоть ему придется долго очень лезть. Очень долго. Так. Ай-яй-яй. Меня водой охватил. Вот вода реально очень круто сделала. Блин, я теперь запутался. Где я был? Как туда попасть? Опять. Это надо куда переться? Это надо переться сюда. Блин, нет, не сюда. Я в темноте ни хера не понимаю, ребят. Так. Где наша дверь? Во. Ну все, у нас конструкция разломалась тут у нас. Да, все разрушилось у нас. Ну срать на это, блин. Сука, бля. Пидор. Пидор, пизда. Надеюсь, у нас эта штука получилась. Ладно. Он пока у нас там где-то бегает. Сука, 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 сука. Вот тебе, пидор. Все. Он до сюда точняк не доберется. Никогда. Все, пусть куда хочет. Я все равно, смотрите, быстрее, как лазит по лестнице. Так. А эй, бля. Чуть не выпал. Но я не выпаду. Все, он меня никак не найдет. Уже. Сюда я попасть не могу. Так, и сюда тоже. А, не, могу, могу. Могу. Так. Так, разбираемся, значит, дальше. С нашей этой штукой. Ну, есть! Так, у нас тут все закрыто. Как я заметил? Он меня заметил? Что ли? Или что? В общем, ребят, я хз. Что здесь делать? Потому что я пролезть сюда никак не могу, честно. Так, может попробовать если туда, но вряд ли, нет. Вот я спустился ниже немного. И ни хрена. Давайте попробуем даже до туда. Ого. Бежал за мной, что ли? Ты дурак. Так, ладно. Так, бежим сюда теперь. Долго сюда, долго. Нужно сюда добежать. О! Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подписчикам, подписчикам, всем удачи и всем пока.